Дорогие коллеги, спасибо за приглашение на эту конференцию. К сожалению, у меня очень важная встреча в Праге. Я не мог остаться подольше. Это значит, что моя презентация будет сделана таким способом. Я уже много лет работаю в группе, которая занимается гайдлайнами в парентеральном и энтеральном питании у пожилых людей. Я бы хотел поделиться с вами с новыми данными, которые будут опубликованы в следующий год. У пожилых людей много характеристик, которые показаны на этом слайде. Но главная особенность в том, что у пожилых людей низкие запасы белка. Если есть у пожилого человека любое воспалительное заболевание и опухоль воспалительное заболевание, потом гиподинамия, недостаточное питание и воспаление зелья трахексил, которое уже очень тяжело для лечения. Уже Гиппократ сказал, что если есть у больного критическая потеря протеина, болезнь смертельная. Потому что у пожилых людей очень низкие запасы протеина. Кахексию надо лечить и нутрициональную поддержку надо сделать уже на первых стадиях заболевания. Специально в первой стадии заболевания нутрициональная поддержка в форме сиппинга может предотвратить потерю массы тела. И последние метаанализы показали, что нутрициональная поддержка в форме сиппинга улучшает качество жизни онкологических пациентов. По нашим данным, нутрициональная поддержка в форме сиппинга перед операцией снижала количество осложнений, и больной был в больнице короче. А специально у этих больных, которые получили нутрициональную поддержку в форме сиппинга перед операцией, было значительное сокращение затрат на лечение еще в течение полгода после операции. Поэтому мы рекомендуем у каждого пожилого человека нутрициональную поддержку в форме сиппинга перед каждой операцией. Как показали исследования, больной самостоятельно не следует рекомендации врача и не принимает достаточное количество белка. Но врач, диетолог или онколог должен постоянно контролировать больного, чтобы успел кушать достаточное количество белка. Но если больной не двигается, протеин не усваивается как пластический материал. В этом случае накопляется только жир. В нашей работе мы исследовали эффект сиппинга на фоне активной реабилитации. Мы показали, что только комбинация сиппинга с физиотерапией приходит к хорошему результату и сохраняет мышечную массу тела. Но самый важный результат в том, что комбинация сиппинга и активной физиотерапии улучшала качество жизни, что показано в самостоятельности наших больных. Это значит, что если главная цель нутрициональной поддержки у пожилых онкологических людей есть сохранить мышечную массу тела, реабилитация и питание должны быть все время вместе. Но если мы хотим быть успешными, мы должны сделать первый индивидуальный план для каждого больного. Потом мы должны контролировать спонтанный прием питания у больного и добавлять необходимое количество энергии и белка в форме сиппинга. Наша работа легла в основу новых гайдлайнов нутрициональной поддержки пожилых людей. И на этом снимке вы видите группу, которая работает на этих гайдлайнах
которые будут сделаны в следующем году. Еще раз благодарю за приглашение на эту конференцию и приглашаю к сотрудничеству на e-mail, который вы видите на этом слайде. Спасибо.